Дальше как мы делали? Пожалуйста, следите, что работает не рукой. And get all your body moving. А все тело. And make a big move. И делайте большое движение. Wow. Большое движение. Кончик мяча должен обвисеть в большой дуб. Ой! Вперед! Не режьте вот так. Вперед! Хорошее равновесие. Думайте о том, чтобы энергия пересекала на конец мяча. На конец потерпи.